Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина. Сегодня будем пробовать новую игру. Называется она Beer Factory. Будем пивоваром. Сложность нужно выбрать. В обычном режиме вы играете так, как это было задумано. Фрэнсис присутствует. Меня это пугает. Я не знаю, кто такой Фрэнсис. В спокойном режиме вы только один раз встретите Фрэнсиса, который оставит деталь для модернизации погрузчика, для разблокировки режима Turbo. Однако больше вы с ним не встретитесь и не получите случайные бонусы, которые он оставляет, например, деньги или другие детали для модернизации погрузчика. Слушайте, Фрэнсис — это довольно-таки неплохой персонаж, как я поняла. А что еще можно? Сложность не изменяет экономику игры. Вы сможете меняться во время игры. Есть спокойный. Подожди, давай. А какой? А, тут только либо спокойный, либо нормальный. Я думала, тут описание как-то будет меняться. Ну, давай в нормальном режиме. Короче, что мы знаем о пивоварстве? Это пиво и это варство. В этой игре еще присутствует Фрэнсис, который какие-то бонусы будет давать. Это неожиданный такой зачин. Мало что пока понятно. Но думаю, разберемся. Я предполагаю наличие некого обучения, потому что пиво я могу употреблять, а варить я не могу. У меня не хватает знаний. Я знаю, что туда идет хмель, солод, водичка. Все, это в каких-то пропорциях закидывается и бульбулькается, а потом на выходе получается довольно вкусный пенный напиток. Мы будем делать хорошее крафтовое пиво. Куантик мне звонит. Нам хватило бюджета на покупку этой старой пивоварни. Однако, прежде чем работа пойдет полным ходом, нам нужно будет снова подключить электричество, навести порядок и кое-что отремонтировать. Предыдущий владелец оставил машину в ликвидированной части пивоварни. Возможно, ее можно восстановить. Пока вы наводите порядок в пивоварне, я поищу кое-какие-нибудь дотации. Ах да, прежде чем я уйду, я слышал, что кто-то незаконно скрывается на фабрике. Но, возможно, это просто слухи. А, возможно, это не симулятор, а хоррор-игра. Кто нам позвонил? Скорее всего, именно этот Фрэнсис. Закройся. О, прикольно. Деньги. 1300 деньгов. Репутация по нулям. Одна единица, это, наверное, мой уровень. Есть фонарик, есть кофейник. Три мусора, 9 пакетов. Цель — откройте шлагбаум пивоварни. Хорошо, сейчас мы это сделаем. Могу ли я куда-то ходить, себя как-нибудь по-другому идентифицировать? Видимо, нет. Листочки осенние, травка зеленая. Какое время года? Лето. Открываем шлагбаум ключиком. Спасибо. А закрывать будем? А вдруг кто заедет нечаянно? Мы перепрыгнуть могли. Итак, нужно открыть дверь в офис. Это наша пивоварня, да? Я бегать не могу, кстати. Давай ее заценим. Ну, такое потертое седло, но кирпич красный. Значит, будет тепло. В крайнем не замерзнем. Не курить. Я этого делать и не собиралась. Невозможно же этого делать, когда пиво рядом. Вдруг что взорвется. Сделать себе кофе позволяет быстро бегать. Вот. Вот уже начинается какой-то музон. Надеюсь, без авторских прав. Какой-то контекст, что мы можем сделать уборку. Подожди, мне сказано кофе, я буду делать прям постепенно по обучению. Сварить кофе $1, выпитый кофе позволяет бегать, пока длится эффект. Загляните в шкаф с предохранителями. А подожди, а можно как-то кофе выпить, а вдруг оно исчезнет? Там нассали на дне, видел? Бульку, давай хоть горло себе по это, чтобы залетало получше. Вкусно. О, смотри, как я бегать начала. Стоп, не туда. Эффект кофе, предполагаю, где он отображается. Сколько по времени он длится, непонятно. То есть он явно недолгосрочен. Открыли шкафчик, теперь найдите и возьмите предохранитель. Пока все мне подсказывается, я делаю по обучению. О, я знаю, это вот этот комплект УЗО. По обучению, чтобы время лишнее не тратить, надо все вставилось. Эй, это я настоящий владелец этого места. Пошел вон от моей территории. Преследуйте бомжа, бросая в него предмет. Ага. Взять. Где этот? Люляшник. Хрена себе! В
смысле, он что, испарился? Это какой-то, мать его, странный бомж. А куда он делся? Сальтуха у него, конечно, здравая. Куда? А можно я его просто наваляю? Нет, нельзя, только бросать него. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Где он? Вот он. Ну, он почти убегает. Ура! Окей, окей, откройте. Да вот что его сразу-то хороните в асфальт? Зачем нам здесь труп нужен? Мы ж потом с ним будем биться ночами. Поздравляем, вы получили новую деталь для улучшения. Пропан. Так это Фрэнсис был. Это был Фрэнсис. Понятно. Вставай, мужик. Вали отсюда. Мне не нужен трупешник. Давай. Ты не наклоняйся. Подожди. То ли он теперь становится просвечен. Да, ему теперь плевать. Захвати мусор, что ли. Порожняком не уходи. Кто из гостей порожняком уходит? Плевать. В него больше ничего не покидает. Не попокидываешь. Открываем двери пивоварни. Было прикольно с Фрэнсисом. Он куда-то пшукал вот так вот, когда я в него, видимо, попадала. Но интересный элемент. Жалко, что Фрэнсис не так часто у нас будет появляться. Это контейнер. Неплохой бросок. Купите швабру в магазине инструментов. Может, надо просто все повыбрасывать вначале? А, точно. Ну, давай, трехочковый. Нормальный бросочек, оказывается. А можно кипарю надеть? Нет? Жаль. Окей, будем уборкой заниматься. Только я не понимаю, сейчас прям? Ну, мне, видишь... О, ну-ка дай-ка. О-хо-хо-хо-хо! 27,5 метров. Попробуй побить мой рекорд. Попробуй просто выйти во двор, возьми черный пакет мусорный, кинь. И кинь в какого-нибудь Фрэнсиса бомжатского. Посмотришь, с какого метра у тебя получится. Швабра, 20 баксов пойдет. Берем. Швабра разблокирована. Отлично. Ну, уборка, это, конечно, мне знакомое дело. Потому что это, ну, женщина, тряпка, кухня, все это понятно. Мы здесь сейчас быстро возьмите швабру, она внутри пивоварни. Окей, порядок наведем. А потом уже, я думаю, меня будет обучать варить пивасик. Вымойте полы. Вы психи, что ли? Вот это не отмоется. А это кровище Фрэнсиса. Это мазут. Швабра его этой. А, вот так вот. Ё-моё, понятно. Я уже мазутину начала убирать. Но я же не отмою швабру. Если только она не чудо-швабра. Нормально. Купите верстак. А как тебя убрать-то? Ага, понятно. Доступен стол с инструментами. Погнали. Слушайте, ну забавненько. Знаете, что напоминает этот симулятор газовой заправки? Там тоже купи то, купи это. О, нормально у нас верстачочек с тисками. Какие-то трубы, коробки. Он же новый должен. Почему мы взяли бэушный-то на Авито? У нас $1200. Могли новенький купить с пылу жару. Возьмите ящик с инструментами. Взяли. Откройте меню строительства на таб. Окей. Вот это у меня опыт. Я так быстро все соображаю. Не зря я играла в игры. Что нам нужно? Посмотрели. Что-то нам нужно. Стеллаж, наверное, да? Купить стеллаж, точно. Хрен знает, куда поставить. Давай здесь. Я люблю симметрию. Я его купила. А, F подтвердить. Он типа не так ставится, а вот так. Подожди, сейчас, если я правильно... Да, на F, а я просто его ставила. Итак, используйте набор инструментов и закрутите все болты на двоечку. А, это он и есть. Откройте меню строительства. Игровой процесс декоративный. О, прикольно. Так, это все как бы да, но с другой стороны переместить объект. Нет, а ты видишь, это переместить объект, а я не хочу его перемещать. А как тебя закрутить?
Что-то я не это. Используйте набор инструментов и закрутите все болты. Смотри, у меня вот инструменты. Может, присесть надо? А, вот привинтить. Ну надо же, на тех ножках нифига. И что теперь? А, вон как. Ёпрасоты. Понятно. То есть не сразу видно было, что привинтить на маленькую наводить. Ну давай. Глаз алмаз. Я и сбоку закручу. Мне бы трещотку, а не вот этот поворотный хрен. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Болт готов. Так, все дела. У меня опыт по закрутке болтов просто шикарный. Это я умею. Это на раз-два. У меня пальцы вот такие худые. Они вот закручивают тебя получше, чем вот этот ключ на 12. Ну, вот мой палец указательный. Устал уже щелкать. Все, готово? Какой болт не докрутил? Не дожала, не докрутила. Какой у вас? Это тоже привинтить. А я вот сюда нажимала. Понятно, надо... Точнее, цель выбирать. Ушел. Так. Это мы прям закручиваем стоечку в наш этот бетонный пол. Не хухры-мухры. Я предполагаю, что у нас там уже засверлены отверстия специальные. Иначе мы просто... Нет. А как... Ага, вот так вот. Вот, привинтить. Иначе хотела сказать, что мы с тобой просто халки какие-то, если мы болты прям вкручиваем, прям в пол, прям сразу, без всякого засверления. Мы с тобой те еще пивовары, мышцеловы. Качки. Ты качаешься? Конечно, болты закручиваю. У меня вот этот мой палец сейчас указательный уже так накачался. Аллилуйя! Найдите первую опору для стеллажа. Вот она. Нет, она, вот она. Значит, так опора, я девочка. Здрасте. А где она? Нет, опора это вот эта вот штучка такая, которая вставляется. Г положить. Ну или поставить. Тут уж говорит, как хочешь. Мне в целом нравится такой интерактивчик. Сразу начался. Вот она полочка. Что-то сразу как-то делаешь. И тебя, походу, обучают. Мне так больше нравится, чем читать, а потом самой применять. Найдите полку для стела. Еще, что ли, одну? Ага, а что-то прикорнуло-то. Сбоку, моя родная, установим тебя. Ура! Повысите репутацию пивоварни до второго уровня. Это как? Ну, предположу, что нужно навести порядок. Это у нас ящики для сотрудников, что ли. Тогда мы берем швабру и наводим просто тупо порядок. А что-то репутация-то моя не зарепучивается. А, все окей, зарепучивается. Замечательно. Как мне вот эту дверь помыть? Она страшная. А, ну-ка, уберись. Сделать уборку. Ах ты! Слушайте, прикольно. Так, сейчас мы это все соберем. Ящик, ящик. Отпусти меня. Чего, волшебный какой-то. А как его открыть? Шел отсюда вон. Не надо мне магических свойств никаких. У меня незаконные... Поздравляем, вы получили новую деталь улучшения. Не он. Ну, не он, так не он. Не он, так я. А, давай вот сюда вот так все повыносим. Так, ну, пара-пара-пам, Катя. Поаккуратнее. По прямой. А потом будем... Попробуем, знаешь? Чутка не докидышь. Ну, будем пробовать выкидывать. А если нет, то, соответственно, поближе подойдем и позакидываем. С нужного расстояния, который нам поможет. Опа, так. Лучше вписаться в концепцию мусорки. Здесь вроде как бы все чисто. Пока я могу бегать.
Ну, на столе, конечно, грязюка. Кто-то ногти стриг у нас стоял. Охренеть, бабьёшка. Но ничего не могу поделать с этой инсталляцией. Вот эту курю тоже бы убрала. Беломорканал, блин. Здравствуй, СССР. Здравствуй, Катенька. Ну, вот, вот это тоже надо убрать. Ага. Сейчас. Так. Так, здесь у меня чисто ганыч. Ну, не придраться, не убраться. Вот. Слушайте, давайте еще раз попробуем эту мазутень вытереть. Ну, нет, Катя, ну ты что, дурная, что ли? А вот эту можно. А вот эту можно, вот эту я как раз-таки уберу. По факту, вот нас научили основам, да? Теперь, говорит, давай сама додумайся, но повысь репутацию. Это очень крутенько. Это очень классненько. Теперь последний мусор. Все, сейчас пойдем играть в баскетбол. Наша команда Dream Team. Опа. Должна победить в этом матче. Ну или хотя бы не опозорить честь. Так, здесь все, по-моему, убрано. Сейчас я гляну. Ты кто? Положить. Отменить вращение, бросок. Слушайте, а я не знаю, а вдруг это нужно делать? Вообще-то это металл. На минуточку, не хухры-мухры, а металл. Металл, давай, вот знаешь, у всех сбоку шкафа какая-то хрень стоит, которая там вот в этот маленький промежуточек помещается. Пусть это у меня будет металлическая шняга-шняжная. Потому что, ну, мало ли пригодится. Ух ты, это моя тоже территория. Прикольно. Как... Вот, как тебя взять-то? Вы получили основная конструкция. Какую-то новую деталь получила. Так, это... Иди пока туда, мне тебя все равно надо будет поближе. Ой-ой, шайтан-машин. Ну, как вы хотели, я сразу весь мусор пособираю. Опа. Кустики не будем подстригать, мало ли еще пригодятся. Может, мы с них будем живительный сок выдавливать, выдоивать. Так, ребятушки, ну и что вы хотите мне сказать? Палета, чебулета, кирпичи. Это мусор. А вот этот мусор никак нельзя убрать, ну это печально. Так, ага, сделать уборку. О, получается сжигание. Новая деталь улучшения. Еще одна какая деталь. А, колеса. Тоже хорошо. Сжигание колеса. Ну, такой себе аншлаг. Сейчас повыбрасываем сюда. Так. Иди сюда. Я думаю, сейчас, как только мы все это закинем в мусорку, у нас репутация-то и взлетит до небес. Просто местные бомжи скажут, ё-моё, здесь больше окна Авертона не работают. Пожалуй, будем обходить стороной этот курятник. Да, и жехалямба! Не сработало. Надо выше брать. У-ху! Ну, рекорд свой не побила. А ну-ка, давай еще раз. Это, говорит, чересчур. Давай подальше отойдем. Там рекорд был, а мне делень-делень. Хорошая новость. Я нашел несколько субсидий для вашей пивоварни. Ожидайте перевод. Этой суммы должно хватить на снос перегородки на пивоварне и ремонт машины в подсобке. Мы не видели машину еще. Если вам нужно больше денег, наверняка найдется несколько заинтересованных инвесторов. Подойдите к компьютеру, чтобы узнать больше и ознакомиться с условиями инвестирования. Почему у нас звоночек-то зазвонил? А потому что мы с тобой вторую репутацию получили. Сейчас мы их просто, видишь, отсюда скомпонуем поближе и закинем все это. Ух ты. А за то, что я попадаю... Мне, кстати, бонус летит. Вот здесь давай еще уборку сделаем. Йоу! 28600! Ух ты! Это новый рекорд! Или до этого был рекорд, ну? Так. Так. Все, ребят, давайте закидывать и пойдем покупать новое расширение для нашей пивоварни. Мне пока все нравится. Все довольно интересно.
Но мусор мне уже надоел. Здрасте. Я как бы людей спаивать собралась, а не уборкой заниматься. Это моя женская натура не позволяет мне в говне все это делать. А как же саннормы? А как же пидемстанция, которая придет и по шапке надает, если у меня тут тараканы будут хороводы хороводить, выбегут из моей головы. Значит, нам нужно купить новое расширение. Используем компьютер. А что надо сделать? А, вот это, да? Открывает доступ к первому расширению. Машинный зал. Купить. Смотри, пивоварня, розлив, доки. Промышленное оборудование, зернодробилка, улучшенный склад. А тут и работников можно будет нанимать. Класс. Пока мне все нравится. Пока мне очень интересно. Мы купили новое расширение. Разблокируйте зернодробилку. Это как? А как стать-то? А, ну это так и есть. А если вот так вот, вот так вот? Компьютер. Бродильный цех. Ходит, бродит, караводит. Генератор есть, письменный стол у меня есть, поддон и мусорный контейнер. Классно. Подожди. А как зернодробилку? Тоже через компьютер, я правильно понимаю? Половины тысяч у меня ушло. Божечки-ежечки. Новая вкладка доступна в меню справки. Это у нас зернодробилка. Это значит, ты засыпаешь. Примите контракт, используя компьютер. Ну, давай. Ты засыпаешь зерно. Оно тебе дробится. Вот. Очистить 18 мешки сырого солода. Доступное вознаграждение 480. Пока мы не можем ничего варить, мы будем только очищать. Закажите один поддон с мешками сырого солода. Закажите то количество, которое необходимо для выполнения контракта. 18 штук. Вот. Так, 18 цифрок делаем. Если я же правильно подняла. Окей, заказ. Управляйте гидравлической тележкой. Ух ты! А, я думаю, что за хрень? Мама, отпусти меня! Как? А, опусти, опусти! Выход, выход, выход! Так, подожди, ее надо перевернуть. Я вверх ногами. R. Решить задачу с положением и вращением объекта. Объект, спасибо. Все, теперь можно управлять. Это я на ней еду? Как ее управлять? Ты нормальная? Подожди, Q поднять вилы. Что за гонки-невидимки? Я ее качу, я понимаю, но это жесть, как странное управление. Это просто... Я как пьяный мастер. Идет бычок, качается. И падает, блин, на ходу. Засыпает. Давай-ка, открывай двери. Кью поднять. Откройте задние двери грузовика. А это что у меня за ключик, люлючик? Загрузить его. R. А, вот так вот просто, понятно. Я думал, мне сейчас там прям вот реально подлезать надо. Спасибо, что упростили задачу. Включите питание вашей новой зернодробилки. Так давай зерно-то привезем. Фиг ли, я тут училась на нем балансировать. Гироскутер. Шевелись своими ножками. Мы едем к... О, у меня новое помещение. Мы сломали перегородку. Значит, надо включить... Блин, еще мусор. Я поставлю вот сюда. Потому что, мне кажется, мы должны будем сейчас зерно засыпать.
Возьмите мешок с ресурсами с поддона. Как это взять? Точняк. А-ла-ла-ла-ла. А, это я умею. Да? Класть не носить. Это... Беру свои слова назад. Оказывается, здесь... Просто это оказывается не так-то просто. А я уж хотела побросать. Нет, тут вымеряй. Чпуньк. А где продукт, который мы получим? Не будет какой-то этот выхлоп? Братюнь, ты всю эту нарушаешь. Таймер говорит, подожди таймер, дай мы сейчас вот доделаем. Меня, игра мне так нравится, если честно, вообще офигенная. Так. Так, что там? Все едут. Никто не застревает, не надо там, не надо так поворачиваться бочком. Тебя придет серая рыжая Катенька и укусит. Ага, нормально. Поправляют, поправляют их. Итак. Осталось всего немножко. Протрите пыль под зернодробилкой. Ёпрасоте. Это вот это? Это пыль, да, я так понимаю? Нет, пыль другая. Да подожди, сейчас тогда вот эту вначале протру. Не поняла. А как ее протереть? А, сделать уборку. Нормально. Просто вот рученьками своими откопала. Вылезай. Знаете, что я хочу? Я хочу мешки вот эти погрузить на тележку, на мусорку везти. Очистите один мешок солода. Несколько советов на вкладке зернодробилка в меню помощи. Итак, очистите один мешок солода. Несколько советов на вкладке зернодробилка. Где вкладка? В меню помощи, меню помощи. Иди в меню помощи. Так, подожди, а где меню помощь? Может, в компьютер? О, у меня кофе отпустил. Пошли выпьем, во-первых, кофе. Во-вторых, возможно, на вкладке зернодробилка в меню помощь. Где это меню помощь? А... Так, дай-ка мне кофе, во-первых. Слава богу, что он всего один бакс стоит. А то бы мы разорились. А тут, кстати, можно выбрать... Капучино, Катерина, Эспрессино. Выпей. Хлебаешь ты, конечно, знатно, но позорно. Ух ты! Физическое лицо заинтересовалось твоим производством. Хочешь в него инвестировать? Подожди, инвестор. Я тут пытаюсь и понять. Улучшение... Так, подожди, помощь. Нет, управление может быть. Идея вперед, идти назад. Включение объекта, разрешить весь инструмент, швабры, ящик, ловушки. Скоро появятся. Видеонаблюдение, открыть меню, чтобы подтвердить, отменить управление, разорвать связь. Заблокируйте зум, включение, поднять вилы, опустить вилы. Кран. Может, с вправки? Вот, зернодробилка. Блин, справка! Это ваша первая машина. Она играет очень важную роль в процессе пивоварения под нее. Раздробит любое зерно, в вашем случае солод и хмель. Нужно включить оборудование, чтобы начать, нажмите «Понятно». Очень важно не забывать об очистке. Понятно. Когда в контейнере будет хотя бы один мешок,
Используйте рычаг, чтобы активировать процесс измельчения. Подождите, пока мешки не выйдут наружу. Подсказка. Смело ставьте пустой поддон перед выходным отверстием. Отлично. Здесь вы видите три команды. Реверс изменяет направление конвейера на противоположный. Скорость увеличивает скорость конвейеров, пока рычаг опущен. Очистить воронку позволяет разблокировать застрявшее внутри мешка зерно. Чтобы измельчить зерно в мешках, просто поместите их на конвейер. Мешки будут автоматически перемещены в контейнер. Не забудьте расположить мешки в контейнер таким образом, чтобы они не блокировали. Ну, пойдем попробуем. Да, у меня мозги начинают подкапливать, подкипливать. Мы сейчас делаем вот так вот. Вот это вот чудесненькое управление автотранспортом. Поехали. Это не очень удобно. Ну, как бы колесики. О, прикольно. Теперь меня отпусти. Где вот она кнопка? Вот. А где еще три рычага? Это. Про какие-то три рычага мы еще видели. Где они? Еще не понял. Ну окей, давай нажмем вот этот. Очистить зерно. Я должна прям. А, я прям должна держать, прикиньте. Не, ну у меня там задание на 18 мешков. Давай подождем. Они складываются. Купите вилочный погрузчик. Зачем он у меня уже есть? А, ну у меня не. А, я поняла, для чего вилочный погрузчик. Сейчас я вот это все отделаю. А потом на погрузчике мы палету погрузим. У меня ручной погрузчик, как бы я с ним тоже справляюсь. Я надеюсь, что у меня все получилось. Не-не-не, я держу. Я держу, я краем глаза пытаюсь осмотреть. Больше ничего не выезжает. Все, ребят, мы очистили. Пойдемте купим вилочный погрузчик. Сколько уже времени мы играем? Давай купим вилочный погрузчик быстро. Посмотрим, во-первых, сколько он стоит. На пара-пара-пара-пара-пара. Пам-пам. Магазин инструмент. Вот он. 500 баксов. Нам хватит. Вилочный погрузчик разблокирован. Шикарненько. Поехали на нем. Покатаемся. Отпусти. Красивый. Потертый, как мое седло. Опять мне какую-то бушную технику пригнали. Найдите первую вилу. Вот они. В смысле, найдите первые вилы? Купите первые вилы. Нет, говорит, реально найдите. А у меня что, где-то на территории вилы валяются? А, я ж тебе говорила, что эта штука понадобится, ее нельзя выкидывать. Ну не, родный мой. Найдите вторые вилы. Чуть не закинула в мусорку. А была бы я, знаешь, такой шулум-булум девочкой, которой цветочки розовые. Выкинула бы, сказала, железяка какая-то. Хрен на нее, выбрасывай мусор, не по фэншую. А, Катя, он. Все в дом, все в металл. Ну, цепляйся, Г, положись. Поправляйте, ну, давай поуправляем. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте, рада с вами познакомиться. Это я. Это я немножечко пришибленная. Такой взгляд просто говорит. Я не понимаю, что происходит. Мне жмет каска. Катя, давай заканчивать. Экспортируйте свою первую продукцию. Для этого загрузите поддон. Подожди, кнопку запуска. Для этого загрузите поддон, наполненный переработанными ресурсами. В багажнике пикапа с помощью вилочного прогрузчика. Я тебя завести пытаюсь. Кнопка. Кнопка запуска. F. Ух ты. Поехали. Тарантас. Так.
Ну, я понимаю, приблизительно, благо ферма не прошла даром. Ну, а что вы хотели? Я ферме уж всего достигла. Излишки производства решила пустить в пивоварню. Как тебе переключить камеру? А как? А, вот, поднять. Я поэтому. Жум-жум-жум-жум-жум-жум-жум. По старой схеме. Нет, выйди. Чуть ниже. Опусти вилу на одну погрешность. Нет, чуть ниже. Вот. Нет. Они, короче, здесь сквозь текстуру, что ли, работают? Заблокировать? Ага. Вот как. Понятно? То есть ты вставляешь, а потом блокируешь их, они как бы удерживаются. Куда мы едем? Поехали. Я поняла, куда нам. Фермерская доля и здесь помогла. Меня в реальность посади на вилочный погрузчик. Я тебе так напогружу, что рад не будешь. А, давай, поднимай. Теперь поехали. Нет, дружочек, надо, знаешь, как раз уж мы его их так будем ставить. Вот. Только колесики ты неправильно выкручиваешь, мужик. Ты тупее моих NPC. Камера как-то дергается странно. Ну, типа... У-у-у-у! Выполните свой первый контракт. А как? Выйди! Отпусти меня! Как выйти? На С. Куда уезжаешь? Куда ты поехал? Стоять! Что? Кто увез? Я думала, мне самой доставлять надо. Я выполнила! Ура! Короче, мы загружаем, а у нас есть на самом деле водила, и он увозит все. Найдите баллон с газом. Но пошло веселье. Давайте веселящий газ оставим на следующую серию. Мне пока игра нравится. Она прикольная. Мне весело в ней. Тут всякие плюшечки-ватрушечки. Очень интересненько все смотрится. Персонажик у меня просто Ален Делон. Замерзший во льдах. Давайте продолжим в следующей серии. Что-то игра у меня. Дын-дын-дын-дын. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, лайком. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в следующей серии. Пока-пока.